Какой красивый магазин, все в моем любимом бирюзовом цвете. И даже продавщица в бирюзовом цвете. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сегодня 28 октября закончился наш тур. У нас было мало, правда, собиралось много, человек 8, но почему-то так у всех сложились непреодолимые обстоятельства, что осталось 2,5 человека, одна на полтура и два вот на полных. Но это и хорошо, для меня хорошо как тренинг, когда мало народу, это гораздо удобнее. И мы уже проводили одну девочку на самолет, и сегодня вечером проводим вторую. Вот. И завтра, 29 октября, завтра будет праздник Дивали, который празднуется очень широко, торжественно, самый любимый праздник в Индии. И люди его лучше, чем Рождество отмечают, естественно, как Новый год. Они покупают подарки, сладости, они ходят друг к другу в гости. И вот сегодня последняя суета перед завтрашним праздником. Саши привез меня на местный рынок. What name this market? Карол Бадж. Карол Бадж. Он тоже хочет купить подарки своим друзьям из Путапарти. Какой-то рынок странный, не похож на рынок. Ага. Вон какая красота. Вон Хэппи Дивали. Hello, hello. Как он старается. Hello, hello, а я мимо. Сейчас проходим мимо, говорю, сейчас ему понравится Nike. Это я на ушко Нелли говорю. И правда, мимо всех прошел, такой остановился, почем Nike? Стал проверять. У нас немножко уже молния разъехалась, так нашему рюкзаку уже лет 5, наверное. И используем очень активно. Мы сейчас заходили в дорогой магазин, там, ну, поскольку там, чемоданчики по 5. Вот такие вот Nike по 2. Сейчас узнаем, почем на улице. Почем опиум для народа. Так, он купил мне 2. Один. Покажи со спины. Там уже горит. И второй. Ну теперь-то ты скажешь цену? Китна, how much? I pay 900 for both. 900 за 2 он купил. Darling, it's possible 600 make deal. Red. You also put on. Ну что, мы теперь бэкпекеры. А все потому, что Неля приехала, показала пример, как надо путешествовать. И Саши теперь говорит, мы сейчас все выкидываем и берем по рюкзачку и будем путешествовать так. Ну, не знаю, Неля. Ну, старайтесь. Сможем ли мы газовую горелку, сковородки, кастрюли, скороварки? Вот так вот. Постараемся. Только пробует. Он, наверное, пробует. Он сейчас, наверное, помашет деньгами-то перед носом. Ага. Когда деньги выкладываешь вот так вот почти, да, в руку, им уже жалко расставаться, и они идут на скидку. На этом рынке можно. Это есть места, в которых не очень торгуются. А на этом рынке он мне сказал, что сразу все можно торговаться. Забыла опять название, потому что чихаю. Я когда чихаю, у меня память плохая. Я не знаю, как это связано, да. Видимо, кислорода не хватает, подпростыла немножко. В приличном-то вагоне. Я прям даже что-то хочу, мне... А мне вот такой нравится еще. Смотри, мне полосатенький нравится. Можно менять? Не-не. And hand also like this. No, line. Hand like this.
А нет, вот такие вот, он симпатичный, но такие... Такие жестко будут, да. Жестковато, мне вот такие лучше. Да. Помягче. How much? Кит на how much? How much? 650. А он пахнет, чуешь, чем-то спиртным. А, все, понятно, диван. For whom? I have two pieces. Какая там активная идет торговля, лишь бы не подрались. Несколько. Каждый выметает из своего магазина на середину, а там хоть трава не расти. А у каждого магазин чистенький, аккуратненький. Миксер мне нужен. Блендер. Блендер. Миксер нужен? Погружной. Блендер погружной. Помнит, какой тебе нужен. Умничка ты мой золотой. Какой молодец. Он помнит. Я не помню. Мама не помнит, папа помнит. Вич компани. Импортная. Мне все равно. Давай любую. Я с ними... Тоже, если на Гуа, то я их беру с собой, потому что супы и пюре самое... Yes, okay. This is okay. Ага. Да, фруктовый. Я очень часто делаю супы и пюре, мне очень нравится. Или да, или коктейли с фруктами. Очень хорошо, мы погружной миксер купили за 700 рупий. Он хочет термос какой-нибудь себе. Ой, мясо, курочка. Я не хочу курочку. Вот сплошные яблоки. Айпады. Говорят, что айпады айпадовские, не китайские. Вот прямо такие запыленные толпы яблок. Вон. Ну, стеклышко поменять надо. Он сейчас обезжирит. Ну все, ты уже расслабься и получай удовольствие, раз уж сдала в надежные руки. Угу. Идеально чистый стал. Ни пылинки, ни соринки. Вот я это уже боялась. Там наворотит этого белого мыла. И об себя. Чей глаз? Может быть, взять тебе одну-два, прикупить с собой? Не? Не будешь больше ломать? Ну, возвращайся тогда, сэкономишь 800 рублей. 100 рублей поменяла, прекрасно. Ой, какая красота. А подносики-то какие красивые. Посмотри-ка, для Дивали-то. Не надо на маленьких. How much tray? 2000, 2000, два подноса. Не, я расхотела. Спасибо. Чего они моют? Цветочки моют порошком. Все так загадочно. Вот зачем-то стаканы в центр скидывают. Почему не положить вот такое ведерочко? Вот если где-то увидите такие бутылочки, это старого стиля вода сладкая с содой. Вот она так закрыта этим шариком. Шарик протыкается вовнутрь, газируют эту воду. В общем, я пробую второй раз в жизни. Надеюсь, я буду жива. Как мне после моего видео, где я уселась к уличному дантисту, мне один человек прокомментировал: она все еще жива или это ее последнее видео?
В общем, я надеюсь, что это не последнее мое видео. Попробовать надо и это. А что делать? Enjoy, be careful. Ой-ой-ой. This is the typical old Delhi area. А, это типичная район старого Дели. When I am 16-17 year old, I come many times, I enjoy here always. Even now I'm happy to be here. It's даже когда давным-давно он был счастлив здесь появляться, и сейчас это настоящая Индия. Это не причесанная современная, а вот старая настоящая Индия, такая погружение. Бесплатная вода. Some rich family pay for this. Бесплатная or not free? They... Бесплатная, говорит. Вот там из чайничка человек прям поливает. А ты можешь пожертвовать что-то, если хочешь. Чайничек. Не-не. Я и так уже сегодня много рискованных дел совершила. Спасибо. Он мне машет ручкой, типа. Давай, давай. Это серебряный магазинчик. Вот серебряные штучки. А вон продаются пачки десяток. Ну, чуть дороже. How much? How much? Это для того, чтобы... Вон они. Для того, чтобы на свадьбах осыпать новобрачных, когда они танцуют свой танец, чтобы десятками осыпать их для благосостояния. Ну, Саша хочет купить. Меня, наверное, осыпать будет. I will never use it. You know why? Because one day they will stop printing. From 100. 100? Yeah. 100 штук. How much you pay? Only 30 rupees more. Ага. 1030. Yeah. 1000. Только на 30 рупий дороже он купил. 1030. Девушки к Дивали покупают наряды. Все идут за подарочками. Суета преддивальная. Вот какими коробочками, упаковочками подарки для своих родственников покупают. А это вот наподобие уличная биржа труда. Люди сидят и ждут, что кто-то придет и возьмет их на работу. Они маляры, плотники, что-то вот могут сделать. Можешь прийти, пока ждут приглашения, чтобы их кто-то нанял. Они играют какие-то игры настольные. Я так чихнула, что все голуби взлетели. Ой, мамочка. А люди вот покупают еду и им кидают голубям. Никто с голоду в Индии не умрет, это точно. Вот невозможно здесь умереть с голоду. How much? 20 рупий. You can also offer. Good karma offering them. Давай, говорит, тоже предложи пищу птичкам. Хорошая карма. Hungry people, God bless. Если ты предложишь пищу людям, Бог тебя благословит. И даже если одному голубю, это тоже хорошо. Когда-то и нам понадобится от кого-то помощь. Может? Давай. Испугал. А как он пробрался-то туда кормить? Вот сам, вот смотрю, вот сам такой бедненький. Everywhere sitting on top. Look at the statue. You sit on him. Люди с удовольствием покупают по тарелочке еды. Еще один несет
Да прямо очередь из жертвователей. У того вообще бизнес отлично идет. У них даже и конкуренция, вот. Вот тоже маляры ждут работодателей.